Китикой красивой формы для запекания. Она, естественно, двойная, как вы уже поняли. Запекаете в белой форме, ставите в такую красивую подставку. Конечно, мы можем использовать это все по отдельности. Плетеная для декора, белая. Смотрите, какие красивые покрывала я нашла. В пастельном таком припыленно-розовом цвете, с кисточками, 100% хлопок. Размеры его 125 на 150, и сейчас оно просто по сумасшедшей скидке 779 рублей. В таком варианте также представлено в цвете беж. Есть похожие варианты, но немножко все-таки отличается, да, по фактуре. Но здесь представлены в сером и в более светлом молочном цвете. Может быть, вас интересуют такие. Смотрите, какие классные формы. Сейчас по скидке по 500 рублей из керамики. Также здесь есть в белом цвете. Также мои самые любимые вот эти малюсенькие по 359 рублей. Также есть и просто огромные. Очень пушистые, очень приятные. По ощущениям полотенца они гигантского размера. Сейчас они по скидке 949 рублей. Видите, 100% хлопок. В мятном, в таком темно-сером. Смотрите, они толстые и мягкие, и пушистые. Также в синем. Необычное блюдо, смотрите, я просмотрела его как блюдо для салата, небольшой порции. Конечно, иначе я никогда не пойду. Смотрите, какой кошелек. Так, 799. Очень, очень здорово. Смотрите, тяжеленный кошелек. Вот посмотрите. Хорошие ножницы, 400 рублей на такой деревянной подставке. Смотрите, я подам сейчас вам идею, может быть, вы об этом еще не слышали. Посещая различные страны, люди любят коллекционировать, привозить оттуда песок, а потом, трогая, щупать песок, их снова окутывают воспоминания об отдыхе. Так вот, это вот классные ножницы как раз отлично для этого подходят. Насыпаете песок в каждую, подписываете или ставите такой флажок на палочке, и вас накрывает. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал.